Желаете дарить людям праздник? Может, пора стать профессиональным ведущим? Алкогольные эстафеты и конкурсы с переодеваниями давно в прошлом. Настоящие селебрити праздничной индустрии поделятся своими секретами в назначенное время, в назначенном месте. Школа ведущего Западно-Сибирского и Уральского регионов состоится с 23 по 27 октября 2016 года. Это грандиозное событие, очень грандиозное событие. Нам исполняется 15 лет. Школа ведущего Западно-Сибирского и Уральского регионов будет проходить в этом году в гостинично-развлекательном комплексе «Урарту». 15 лет, 15 спикеров. На юбилейном форуме соберутся настоящие гуру праздничной индустрии. Организаторы школы ведущих проводят серьезный отбор, прежде чем пригласить оратора. Наш форум выдающийся, потому что мы год практически ищем спикеров, тех людей, которые будут нести вот свет, просвещение. Выбираем их кропотливо, ручная работа, хендмейд настоящий. Ребята, это будет богема. Вот, это редкая история, когда собираются все в таком высоком качестве. Это будет потрясающий форум. А это значит, что на форуме будет интересно именитым ведущим, начинающим шоуменам и не только. Это и специалисты домов культуры, досуговых центров, клубов. Мы всегда приглашаем их, и они с удовольствием приезжают. Школа ведущего для меня – это старт в новую творческую жизнь. Для меня школа ведущего – это новые друзья, новые эмоции. Для меня школа ведущего открывает новые потенциалы к творчеству. Творческий потенциал раскрывается не только благодаря именитым спикерам. Короля делает свита. Ученики школы заводят новые знакомства и делятся опытом. Я реально на рынке 18 лет, и это не мешает мне все практически 15 лет посещать школу и, более того, делиться опытом своим и не только, да, потому что это круто. Это заряд эмоций, это взрыв мозгов, я бы даже так сказала. Приходят все такие же, как ты, и все заряжены одной целью. Это, ну, на самом деле, как бы очень здорово и весело. Тюменская школа ведущих уже сумела зарекомендовать себя на рынке не только образовательных услуг, но и эвент-индустрии. Сейчас уже за последние два года собирается 100 и больше людей. То есть мы сумели создать форум именно такого формата, который объединяет ведущих не только нашего города, а нашего региона. Ведущие со всей страны и даже из зарубежья станут участниками юбилейного форума. Но самое главное преимущество школы шоуменов – это формат обучения. Все происходит в реальном режиме. Ученики – это гости на свадьбе или корпоративе, а приглашенная звезда проводит мероприятие. Участвуя в нем, легко и весело запоминаете новые фишки. По окончанию учебы получаете сертификат, а также все видеоматериалы, которые в дальнейшем сможете использовать для проведения праздников и продвижения себя. Найти нас очень просто. ВКонтакте создана группа «Форум ведущих. Осенние встречи 2016». Можно туда зайти и оставить заявочку, и мы сразу же с вами свяжемся. Нести людям радость и делать их праздники самыми запоминающимися под силу лишь тем, кто не жалеет времени и средств для развития своего творческого потенциала.